для того, чтобы держать гитару. Дорогие коллеги, дорогие друзья, радостно вас видеть. Я поздравляю вас со всеми многочисленными праздниками. И я хочу очень много чего пожелать. Но я смотрю рядом с собой и понимаю, что мы встречаемся не только под вязом, но и под замечательной елью. И вот эти праздники начались с Нового года, а сейчас мы встречаем практически Старый Новый год. И Старый Новый год немножко грустен от того, что после него, как правило, елки либо выбрасывают, либо разбирают, словом, с елью прощаются. Вот я, если можно, вспомню прощание с новогодней елью. Синяя крона, малиновый ствол, звяканье шиши зеленый. Где-то по комнатам ветер прошел, там поздравляли влюбленные. Где-то он старые струны задел, тянется и перекличка. Вон и январь накатил, налетел бешеный, как электричка. Мы в пух и прах наряжали тебя, мы тебе верно служили. Громко в картонные трубы трубя, словно на подвиг спешили. Даже поверилось где-то на миг знать простодушье сердечно. Женщины то очарованный лик слив с твоим празднеством вечным. Дни увядания, час платежа, дни расставания, час платежа, день увядания. Недели, чем же ты стала им нехороша, что они все одурели, и утонченные, как соловьи, гордые, как гренадеры. Что же найдет женые руки свои прячу твои кавалеры. Нет бы им взяться, да время унять, нет бы им всем расстараться, но начинают колеса стучать, как тяжело расставаться, но начинается вновь суета. Время по-своему судит, и как Христа тебя сняли с креста, и воскресенья не будет. Моя ель, уходящий олень, зря ты, наверное, старалась. Женщины той осторожная тень в хвое твоей затерялась. Ель, моя ель, словно спас на крови твой силуэт отдаленный.
тобой след удивленной любви, вспыхнувший неудален. Праздник с вами будет двойной, потому что, с одной стороны, это крещение, оно всегда 19 января, а с другой стороны, именно на этот день поставлено начало сессии. Ну, будем считать, что сессия – это тоже праздник, это праздник наш общий, потому что здесь мы пожинаем наши общие плоды и в равной мере за них болеем. Позвольте, я познакомлю вас с одним из, с одной из жемчужин психологического фольклора. Это, конечно, диалог у новогодней елки, пока она есть. Но представьте себе, что она стоит в экзаменационной аудитории. Тогда это будет выглядеть так. Такое сознание, а просто процесс. Просто процесс, полагаете вы, полагаю. Я эту истину всем уж давно излагаю. Чем постоянно ввожу окружающих в стресс. Что же такое мышление? Процесс, да не тот. Правда, не тот, вы считаете, да, я считаю. Кто-то намыслил, а я вот сижу, изучаю. И просветление в моей голове настает. Где формируется личность, а просто в труде. Просто в труде, вы уверены, да, я уверен. Маркс предсказал о Леонте все это про ней. Просто в труде, а еще в социальной среде. Что же такое общение, я сам не пойму. Может процесс, может функция, может быть дело. Так что не бойтесь, общайтесь, товарищи, смело. Чтоб хорошо было телу, душе и уму. Что же из этого следует? Следует жить, мыслить, общаться, любить, сочинять небылицы. Вы полагаете, к этому стоит стремиться? Я полагаю, иначе и не зачем жить. Свет психологии путь озарит нам во тьме. Вы мне простите невольную вычурность фразы. Я понимаю, что все это будет не сразу. Но обязательно будет, так кажется мне. Но обязательно будет, так хочется мне. Но обязательно будет, так верится мне.